Сезон открыт. Любители экстрима собрались в спортивно-биатлонном комплексе «Селец», чтобы обкатать новогрудские холмы и открыть новый соревновательный сезон. В начале мая установилась по-летнему теплая погода. Кто-то предпочитает отдыхать, сидя в теньке на лавочке, а кто-то провести свободное время активно. В эти жаркие дни любители экстремального спорта собрались на новогрудской земле, чтобы открыть сезон катания на длинной доске – лонгборде. Цель выбора «Селец» деревни, что в деревне Селец хорошие холмы и быстрее всего всегда сходит снег. То есть мы открываем сезон, ну скажем так, можем открыть его в апреле, а то бывает, может, и раньше. В мае открывается. Да, потому что в Минске, в Беларуси все склоны осыпаны искусственным снегом, и он лежит практически до мая, что мы, в принципе, покататься не можем. А здесь настоящий снег, он быстро тает, трасса чистая, классная, удобная, быстрая. И, собственно, лес, природа. Все люди приезжают сюда просто отдохнуть. Всех людей собираем через социальные сети. Это ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Люди могут подписываться, писать, спрашивать. Всегда готовы ответить, помочь с выбором доски, рассказать, показать азы. То есть у нас есть своя бесплатная школа. Ребята могут подходить. Даже здесь новогрудки могут приезжать сюда, просить, показать, научим кататься. Любители покататься на таких досках — это в основном были горнолыжники, которые ищут в межсезонье чем заняться. Или те уже со сноуборда пересел на доски летние. Для них это основное. И, скажем так, по точке входа для рекламы, то для нас это тоже также, опять же, круг общения, потому что, скажем так, на всем постсоветском пространстве может соберется человек 50, и все друг друга прекрасно знают. То есть кто-то отсеивается, кто-то новый появляется. То есть не могу сказать, что это суперкоммерческий большой спорт, где огромное количество публики присутствует. Некоторые люди ошибочно думают, что лонгборд – это некое новое веяние. Однако лонгборды уже были популярны в 70-е годы, а сейчас во всем мире снова вернулись на свое законное место. У нас в стране на них тоже активно катаются и регулярно проводят соревнования. Трасса сама по себе не очень сложная, то есть тут всего один поворот, вот, но она достаточно интересная, тут чаще всего хорошая погода, хороший асфальт, чтобы тренировать слайды, дрифты. То есть здесь у нас обычно проходит открытие сезона, вот, и сюда народ приезжает отдохнуть, расслабиться, подготовиться к более серьезным мероприятиям. В этом году в открытии сезона участвовало более 40 человек. К их услугам спортивно-биатлонный комплекс «Селец», кроме хороших трасс, предоставил уютные номера. Добавим, что хорошо отдохнуть, использовать для здоровья, провести время в этом прекрасном месте Новогрудщины можно не только зимой, но и в теплое время года.